Женщина-кошка, Супермен и хитроумный Джокер удивят тюменцев невообразимыми трюками. Воочию увидеть супергероев можно в эти выходные. В областную столицу приедет паркур-шоу. Это мировое акробатическое представление, которое уже покорило публику Гонконга, Дубая и Шанхая. Артисты участвовали в открытии Олимпийских игр в Сочи, а в Тюмени, кроме эффектных трюков, зрители впечатлят световые и 3D-технологии. Дети любят сказки, а что, если их прочтут не родители на ночь глядя, а, к примеру, Александр Олешко в воскресенье утром? Да еще и прозвучат они под музыку. Удивительный концерт уже в эти выходные. В филармонии стартует второй сезон сказок с оркестром. Тюменский симфонический, как всегда, сыграет классику, но легкую и доступную для детского понимания. А компанию на сцене ему составит Александр Олешко. Артист театра и кино прочтет «Кота в сапогах». Кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Россия – лидер по числу медалей в этом виде спорта, и в выходные самые сильные грекоримцы выйдут на тюменский ковер. В областной столице в 22-й раз пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова. Он – одна из легенд тюменского и советского спорта, серебряный призер Олимпийских игр. Как всегда, на его соревнования приедет более 100 спортсменов со всей страны. Будут, конечно, и сибиряки. Ну и выходные по традиции начинаются в пятницу. Долой домашние посиделки, приходите лучше на юбилей к музыканту. Анжелика Таланцева отметит свой праздник в Нефтянике. Она не только почетный работник культуры области, но и обладательница многих наград, одна из которых – лучший дирижер. Ее, кстати, Анжелика Таланцева получила в Праге. Сегодня на концерте прозвучат популярные песни советских композиторов, итальянские и испанские хиты, а также старинные романсы. Компанию именинницы на сцене составят самые голосистые тюменцы. На этом у меня все. Теплых встреч и новых впечатлений вам в эти выходные. Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время.